конечно, Самара один из лидеров чемпионатов. Хоть в последнее время они немного в чемпионате свое место занимают. Так понимаю, сегодня тяжелая игра была. У нас 8 ребят сегодня в связи с этой ситуацией со всей. 8 ребят тренировались сначала с первой командой. Сразу после тренировки приехали на игру. Конечно, немного, может, не хватило сил. Плюс Самара хорошо играла сегодня, забили тяжелые броски. Мы давали открытый, может быть, не хватило энергии. Ну, а тренер сказал, что Самар не очень играет против контратак, потому что все равно есть возрастные игроки. Вот, начали играть, пытаться играть по своему плану. Потом, наверное, немного отбились от этого плана и уже были в роли догоняющих всю игру. Я могу сказать, Самаре, они сегодня играли лучше, жестче, умнее. И про этого поражения, про этого разница, которая была. У нас не было достаточно энергии. Знаете, если эта команда, как наша, молодая, не играет с энергией, не играет быстро и защиты, в атаке, тяжело играть для нас. Сегодня так не было. Это был чуть-чуть, минуту, две, три, потом нет, это недостаточно для команды, как мы. Партнеры чемпионата по бейсболу компании «Фреско».